Такие полезные гаджеты я покажу вам в этом видео. И помните про конкурс, который будет в конце ролика. Поехали! Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Сегодня я вам покажу 15 классных и нужных электротоваров с сайта AliExpress. А вы знали, что вчера стартовала грандиозная распродажа на Алиэкспрессе? И продлится она до завтра. Именно поэтому в эти дни я настоятельно рекомендую приобрести товар, о котором вы давно мечтали. И обязательно при покупке пользуйтесь кэшбэком. Ссылки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании. И как всегда в конце видео будет конкурс. Приятного просмотра! Energo Power Cube решит проблему нехватки розеток в вашем доме. Он сочетает в себе разветвитель питания и удлинитель. Провод удлинителя в кубе 1,5 метра и очень удобно расположены 4 входа для розетки и 2 входа USB для зарядки ваших гаджетов. Совместим с iPhone, iPod, iPad. Также хочу заметить одну очень полезную функцию. Power Cube с удлинителем можно устанавливать на любой поверхности. На столе, под столешницей и даже на стене. Конструкция куба гарантирует, что вилки не будут мешать друг другу. Выполнен в эргономичном пластиковом корпусе. Максимальный ток нагрузки 16 ампер. Есть защита от детей. Светильник с датчиком движения. Полностью автономный светодиодный светильник на батарейках. Можно использовать его в шкафу, на кухне, в прихожей, в коридоре, в гараже, да и везде, где недостаточно освещения. Лампа состоит из 10 светодиодов, в отличие от мелких аналогов. Датчик движения реагирует на расстоянии 3-4 метра и светит автоматически, включаясь. А когда вы уходите, то он самостоятельно выключается примерно через 20 секунд, тем самым экономя энергию. Работает от 4 батареек типа 3А. Корпус выполнен из качественного пластика, который защищен от попадания пыли и брызг воды. Сенсорный выключатель освещения. Предназначен для управления нагрузкой в режиме «включить-выключить». Управление осуществляется на сенсорной панели. Поддерживаемые типы ламп, лампы накаливания, энергосберегающие, галогенные лампы 220 вольт, люминесцентные лампы и светодиодные лампы. Панель выполнена из оптического стекла OptiBait, которое устойчиво к износу и удобно в уходе. Подключение к электросети происходит по стандартной схеме, а установка выключателя осуществляется в круглую монтажную коробку для скрытого монтажа. Очень стильный и удобный девайс. Ваши гости точно заценят. Карманный квадрокоптер дрон. Самый маленький на сегодняшний день беспилотник. Он портативный, небольшой и легкий благодаря складной конструкции. Лаконичный и эстетически совершенный дизайн продуман до мелочей. Дрон складывается до размера футляра для очков. ABS-пластик, из которого сделан корпус, прочный материал, благодаря которому дрон устойчив к повреждению по всему периметру. Также дрон оснащен 6-осевым гироскопом и различными сенсорами. Управляется с телефона по Wi-Fi или через пульт управления. Квадрокоптеру под силу выполнять некоторые воздушные фигуры. Есть функция возврата к владельцу по нажатию одной кнопки. Он станет отличной игрушкой для вас и ваших малышей. Зарядное устройство с 6 портами. Оно способно заряжать до 6 гаджетов одновременно. Помимо 4 стандартных портов USB есть также порт для быстрой зарядки QuickCharge 2.0, а также Type-C. Стандартные порты выдают до 2,5 ампер тока. По изготовлению зарядка очень качественная, ничего не скрипит и не люфтит. С такой зарядкой вы освободите как минимум половину розеток в доме, и все ваши гаджеты будут в одном месте. Я сам лично пользуюсь таким зарядником, и он очень часто выручает меня в поездках, когда нужно подзарядить сразу несколько гаджетов. Рекомендую. Термовоздушная паяльная антистатическая ремонтная станция с паяльником и термофеном. Она не только проста в управлении, но и экономит место на рабочем столе. Данная станция особенно рекомендуется для работы с термочувствительными электронными компонентами. Обладает компактными размерами, быстрым набором температуры, высокой термостабильностью и автоматически охлаждается после окончания работы. Имеет контроль температуры, подув горячего воздуха, экран для показа температуры. Powerbank для ноутбуков и прочих гаджетов. Помимо автономной зарядки мобильных телефонов, этот малыш способен заряжать любой тип ноутбуков. Емкость встроенной батареи 30 000 мАч. Есть два порта USB с током до 2,4 ампера и порт для зарядки ноутбука с выходом 19 вольт и 3,5 ампера. Также в комплекте к нему идут переходники под ноутбуки любой фирмы. Больше 350 заказов и столько же отзывов. Кто часто путешествует и ездит в командировки, те действительно оценят такой Powerbank.
Увлекательный и интересный электронный конструктор объединяет в себе знания о физическом мире, удовольствие и практическую полезность. Игра с таким конструктором научит ребенка различать элементы электрических схем, познакомит с их схематическими обозначениями, даст возможность получить практические навыки, связанные с областью физики и электроники. Конструктор предлагает множество различных схем, для сбора которых ребенок сможет воспользоваться проводниками, элементами питания, выключателями, лампами и электромоторами, собирая их и открывая для себя много нового и интересного, при этом не используя опасный метод пайки. Перезаряжаемые литиевые аккумуляторы. Прелесть этих аккумуляторов в том, что для их зарядки не нужно иметь под рукой специальные устройства, а достаточно всего лишь обыкновенного зарядника от мобильного телефона с разъемом microUSB. Такие аккумуляторы пригодятся в различных домашних устройствах, например, для различных пультов, часы, детские игрушки и для множества другой электроники. Срок службы таких батареек равен 3000 циклам заряда. В описании под видео я оставил ссылки на батарейки с разным типом. Самая дешевая сигнализация с беспроводным пультом управления для вашего дома. Ее принцип основан на магнитоконтактном датчике. Его можно устанавливать на дверь или на окно, и при открытии, как только блок сигнализации начинает удаляться от постоянного магнита, сигнализация очень громко кричит. Питается от двух пальчиковых батареек, а мощность сирены аж 12 Вт. Ни одного негативного отзыва и больше 300 заказов. Фонарик Conway – очень популярная модель фонаря. В нем установлен яркий современный светодиод Cree XML2. Этот фонарик работает от одной литиевой банки 18650 и имеет компактные размеры. Благодаря отсутствию фокусировки и наличию хорошего светоотражателя, пятна света с точкой по центру очень приятны глазам, такой фонарь просто идеален для крепления на велосипед, благо китайские крепления по цене как шаурма. Видеоняня – полезная штука, если у вас есть маленький ребенок. Устройство состоит из видеокамеры и монитора. Камера ставится в комнату с ребенком, и родители даже в темноту смогут видеть, чем он занимается. Еще в камеру и экран встроены микрофоны с динамиком, поэтому вы сможете разговаривать с ребенком или включать одну из нескольких колыбельных мелодий. Работает на частоте 2,4 ГГц, заявленная дальность 50 метров помещений. Стерилизатор для зубных щеток или полезнейший комплект для ванной. В нем есть держатель на 5 щеток, дозатор зубной пасты и сам стерилизатор. Он дезинфицирует щетки ультрафиолетовой лампой, тем самым убивая 99% бактерий и микроорганизмов на них. А дозатор будет значительно экономить зубную пасту, особенно если у вас есть дети. Как на меня, очень полезные средства для ванны. Большинство современных беспроводных колонок похожи друг на друга, как братья-близнецы. Это коробочки разного размера, которые нужно ставить на стол. А как вам парящий шар в воздухе, из которого льется ваша любимая музыка? Теперь можно слушать музычку и смотреть, как крутится колонка. Сама колонка работает от аккумулятора, а базе для поддержания полета нужно постоянное питание. Шикарный подарок для себя и друзей. Будет классно смотреться на любом столе. Грибы Пандоры – ночник по мотивам фильма «Аватар». Каждый грибочек светится своим цветом, и чем темнее в комнате, тем ярче они будут светиться. Светильник включается и выключается автоматически при срабатывании датчика света и сам определит время, когда необходимо включить или выключить подсветку. Также реагирует только на наступление темноты. При включенном свете или при дневном свете он гореть не будет. Грибы в светильнике находятся в белом пластиковом горшке, что создает иллюзию настоящих грибов, выращиваемых в горшочке в вашей квартире. А вот и ваш любимый конкурс. Приз конкурса 100 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, какой товар вам больше всего понравился. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!